Ранним утром на улицах Саратова необычно шумно. К началу рабочего дня все должно быть чисто, несмотря на жару. Поэтому убирать город начинают с 7 утра. Сейчас есть жара. Сейчас очень много полива, уделяем внимание. Ежедневно по району ходят 6 поливальных машин. Они набирают прямо у нас здесь воду и тут же ее разливают. Но единственное, что жара, 15-17 минут, и вода испаряется с дорог. На поливе дорог дело не заканчивается. На многих газонах полностью заменили грунт. Благодаря этому станет меньше пыли и трава будет расти лучше. Сейчас мы убираем грунт, который засыпанный песком с зимы. И будет красивая зеленая зона. Коснулась уборка и мест отдыха горожан. Парки, скверы и аллеи. В порядок приводят даже те зоны, которые были запущены годами. Ежедневно из города вывозят несколько тонн мусора. Компания «Рамир Саратов» совместно с нашим каналом опросила жителей, стало ли в городе чище. Положительные изменения отметили более половины респондентов. Замечаю. Поливать с водой стали. Тоже заметили, что в такую жару просто необходимо. Чище стало все равно, как-то вот мусор убирают на проспекте. Ну, немного чище стало. Пыль, сухие листья, бутылки от прохладительных напитков. Летом мусора в городе особенно много, поэтому работы по благоустройству будут продолжаться до поздней осени. Кристина Трушина, Сергей Владимиров, Дмитрий Казарин. Новости. Телеобъектив.